Всем привет! Сидел тут вечерами, подделывал кое-что, что-то из нового, что-то из старого. Сейчас давайте по порядку. Кого что заинтересует из запасных бритв, все цены будут под видео. Оплата на карту Сбербанка. По вопросам приобретения и любые другие вопросы пишите на почту. Почта также будет под видео. Непосредственно. С первого экземпляра бритвы в смазке, я их тут вечерами в разное время делал. Сейчас постараюсь поближе показать, пока свет еще дневной есть. Присутствуют какие-то минимальные следы времени. Это завод Трудвача, 50-й год, широкая бритва. Состояние очень и очень неплохое. Бритвы некоторые уже заточены, но не доведены, остальные просто притерты. Доводить буду, как и всегда, перед отправкой. Потому что все сразу сделать, ну, не хватает физически времени абсолютно никак. Второй экземпляр. Это Москва, 55-й год. Здесь не следы коррозии, здесь остаток, скажем так, просматривается гравировка Москвы. На камеру передать сложно. Состояние также для лет замечательное. Далее также представитель отечественной гравюра, 67-й год, практически в идеальном состоянии, ширина 5 восьмых. Третий экземпляр, также гравюра, уже более редкая, форма немного необычная, 56-й год. Состояние превосходное. Следующий экземпляр. Также гравюра. 6 восьмых. Это у нас 62-й год. Имеется это микро-микро следы времени. На кромку ничего не выходит. Их практически незаметно. В целом в отличном состоянии. Далее представитель у нас Франции. Очень массивная, тяжелая бритва. Deramax. Имеются небольшие следы времени. С этой стороны чуть-чуть потемнение. С обратной у носика также есть небольшие потемнения. Ни на что не влияет. Модель номер 838. 6 восьмых. Такая очень мощная бритва. Тяжелая. Следующий экземпляр. Cognet. Франция. 6 восьмых. Состояние в целом очень и очень хорошее. Замечательное качество. Ну, как в целом. И у многих бритв. Кто-то спрашивал на днях Витко, их несколько штук было. Представитель Германии, 6 восьмых. Здесь также имеются следы времени, которые, к сожалению, полностью убрать нет возможности, так как придется утончать очень сильно бритву. Замечательный экземпляр, но имеются потемнения и следы времени. Все бритвы притер, потому как бывают они очень, практически все они неровные, но это все индивидуально с каждой бритвой. Следующий экземпляр — представитель Германии, очень известный Эрн, Краунсворд, 6 восьмых. У носика есть небольшое потемнение. С обратной стороны также присутствуют небольшие точечки, ни на что не влияют. В целом. Ну и на Эрле потемнение, которые стачивать и убирать надпись, в принципе, нет никакого смысла, так как ни на что не влияет. Визуальный вид только немножко ухудшает. Далее, что-то у меня тут даже слишком много их выложил. Представитель Англии, старинный Best Sheffield, 5 восьмых.
такая ближе к универсалам. Также состояние очень-очень хорошее. Цены постараюсь сделать минимальными на эту линейку. Следующий экземпляр Southern Anglia Extra Hollow Ground. Бритва в отличном состоянии. Есть небольшие также здесь микроточечка ближе к носику, но потемнение, к сожалению, с ними ничего особо не сделаешь. Практически незаметно. Следующий экземпляр, протираю от масла, Манчестер, также представитель Англии, 5/8. Бритва такая более удлиненная, с небольшой улыбкой. Состояние также очень и очень неплохое. Что касается английских бритв. Далее представитель на сегодня, наверное, единственный швед, Эрик Антон Берг. Имеется потемнение на эрле, ну а само полотно в замечательном виде. Есть там небольшие также, не знаю, камера видно будет, не видно, потемнение, но это время берет свое, с этим, к сожалению, ничего особо не сделаешь. Замечательный экземпляр. Последний, предпоследний представитель, француз. Уже, по-моему, был такой, Рамю на эрле. Птичка в виде ласточка, не ласточка, с цветком. 6/8. Состояние замечательное. Так, слегка ее притер. Есть тут также небольшие точечки темные, но из-за них убирать, стачивать всю полотно. Их, наверное, даже незаметно. В принципе, они не влияют особо. И если нормально следить за бритвами, на 100 лет, как говорится, хватит, ничего не случится. Ну и так отдельно хотел, вот снимал тоже. Возился. Еще не до конца даже притер. Экземпляр Вааст, Франция. Скажем так, что-то типа микротома. С одной стороны вогнутость бритвенная, с другой совершенно плоская часть. Не до конца еще вывел тут у носика. Также ближе к пятке. К эрлу. Это так, из своей коллекции. Все хочу довести, потому что если сравнивать со стандартной бритвой, размер, конечно. Так, куда убежала? Размер впечатляет. Также и по ширине. В общем, такая бритва экстремальная. Очень тяжелая. Но зато интересно, конечно, когда уже полностью сделаю, обязательно покажу экземпляр. Еще раз, сейчас все это уберу. Доводить буду непосредственно перед отправкой, кого что заинтересует. Потому что помимо бритв еще занимаюсь много чем, все это в процессе. Ну и поэтому на все времени, к сожалению, уделить нельзя. Есть основная работа, которая занимает основную часть времени. Ну а так, в промежутках по вечерам и выходные стараюсь что-то делать всего по чуть-чуть. Ну, кого что заинтересует, смотрите в описании к видео. Все. Всем удачи, всем пока!